«и» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Звук «в» в этом имени связывают с коммуникабельностью и способностью к творчеству. Люди с этим именем редко делают ставку только на свою внешнюю привлекательность. Буква «л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Для этого имени характерно проявление заботы, ответственности, дисциплинированности, плюс данной личности склонны к романтике. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Носители этого имени с буквой «В», возможно, ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Эти личности чувствуют ответственность за своих близких, однако им не следует проявлять о них чрезмерную навязчивую заботу. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Буква «и» в имени говорит о неполноте и чуждости. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.